Итак, друзья, создание общей папки. У нас установлена операционная система Linux, и в ней установлена виртуальная машина, VirtualBox. Что мы делаем? Ну, во-первых, запускаем операционную систему, которая установлена на виртуальной машине. То есть запускаем Windows. Виртуальная машина пусть работает. После этого идем в нашу домашнюю директорию и создаем папку. В моем случае это папка folder vm. В примере я буду показывать folder, да, просто название folder. Эта папка находится в Linux, и у нас после этого в виртуальной машине работает Windows, и здесь эта папка тоже у нас появится. Как это сделать? Значит, сейчас я выберу. Нажимаем, открываем виртуальную машину, нажимаем настроить. Стоп, вы могли не знать. Перед этим нажмите подключить образ диска дополнительной гостевой системы. Интернет должен быть подключен. И Linux, виртуальная машина, вам предложит скачать образ. Виртуальную машину нужно устанавливать с репозиториев Ubuntu, а не с сайта Oracle. Будет меньше проблем, поверьте. Далее, когда мы это проделали, нажимаем «Настроить», идем в «Общие папки» и нажимаем «Плюсик». Вот моя папка настроена. Нажимаем «Плюсик», после чего выбираем имя к своей папке, выбрали имя, и ставим галочку «Автоподключение», «Создать постоянную папку». Нажимаем «Ок». Все, папка в Linux у нас появилась. Теперь второй шаг. Нам важно, чтобы эта папка появилась в Windows. Для этого что мы делаем? Открываем «Выполнить». Ну, надеюсь, пользователи Windows знают, что открываем меню «Пуск» и набираем «Выполнить», появится у нас такая вот строка. После этого набираем в ней следующее. Net, пробел, user, пробел, x, двоеточие, пробел, два бэкслэша обратных, v, box, cvr, бэкслэш, и вот здесь название вашей папки. У меня, я просто написал для примера folder, назвать можете как хотите, но важно, чтобы именно было название этой папки. X это имя сетевого ресурса, folder это папка, которую вы создаете. И нажимаете ОК. После этих простых действий заходите в мой компьютер, и у вас появится папка. Можете проверить, все работает. Вот у нас есть файл mumu. Он пустой. Ну, там бла-бла-бла-бла, сохраняем. Теперь открываем эту же папку в Linux. Вот он, mumu. И вот здесь все, что написано, все есть. Пишем восьмерочку. Сохраняем. Идем в Windows. И вот появилось. Любые файлы теперь обмениваются между ресурсами. Для людей, которые начали с этого видео, еще пару слов. В описании видео вы найдете команду, которую я показывал вводить. Также
ссылки на два сайта, на школу. Изучение Python, spb-tut.ru и блокчейн Kotlin, Kotlin Clang, да, spb-tut.ru. Нажимаете быстрый старт. Рекомендую Python и Kotlin изучать вместе. Почитайте.